Магомед Матиев доволен, что автобус сегодня пришлось ждать недолго. По маршруту Куртат к двум курсирующим автобусам добавился еще один. Молодой человек признается, что раньше жителям приходилось нелегко. Так, вот за автобусы постоянно перебой шоуз, а его шоуз, а его отец шоу. Субботу, воскресенье, кирин дин наш дихе, на сосна вообще хоу хоуц. Так, нах дихе, кая баш дихе, тарун жил, возможности жил, бац хоуз. Постоянно такси живут, жди, да, ха-ха-ха-хули. Именно поэтому Магомед Матиев во время приема граждан главы Ингушетии обратился с просьбой о продлении действующего рейса на Зрань-Дачное до сельского поселения, в котором он проживает. Махмуд Али Калиматов поручил решить вопрос в кратчайшие сроки. Надо на контроль взять этот маршрут. И давайте так, 10 дней раз мониторьте это, вот пусть вот, например, Валерий Салманович, телефон берите и поручите, вот как раз, как он говорит, отделу, все ли в порядке, доехали, не доехали, в автобусе есть, нет. И определите водителей. Поэтому это надо посмотреть все это. И человека ответственного вот, на связь, чтобы вот он позвонил, человек любой там, сказать телефон-то, и чтобы машина продвигалась, значит, туда, куда людям удобно. Сказано, сделано. Ответственных за решение вопроса определили. Отсутствие общественного транспорта особенно волновало студентов. Проблема, как выяснилось, стояла остро. Пассажиры жалуются, что не могли дождаться водителей, которые курсировали раньше по маршруту Назрань-Куртат. А в воскресенье невозможно застать ни один автобус. В Минпромсвязи вопрос взяли на контроль. Ши автобус юлжими элриви, там куалайр откитаю, юрта дал эндали, цар бушбу ваши, бог мехт был бы, хожу дыве, юрт дейцы, узбахш, юрт ца ваши, ахкета хан, татахан, хай телефон, номер хам да, хай ица, бог муати гей, ваху, хаттар хам хали, сиха, чак дахты, юстр дахты, ваши ахкета. Против безответственных водителей начнут применять дисциплинарные меры. Первый автобус по расписанию начинает курсировать с 7 часов утра из Куртата. Последний в 7 часов вечера выезжает из старого автовокзала Назрани и курсирует с получасовым интервалом. Зелимхан Кулоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.